Поездки на дачу эти дамы переносят на пару часов. Сначала заряд утренней бодрости, коллектив сплоченный. Ходят на зарядку и в зной, и в стужу с прошлого года. Зимой в зале, летом в парке. Людмила Коржова старается не пропускать ни одного дня. В результате отказалась от поездок в лифте. На пятый этаж поднимается играючи. На дачу хожу, у меня там от трамвая до Поляны Фрунзе, вниз к Волге. 3 километра где-то я за 25 минут теперь дохожу и не задыхаюсь. Проект «Утро чемпиона» реализуют с прошлой весны. Несколько десятков физкультурников по утрам можно встретить почти во всех парках. Узнают о полезной зарядке горожане чаще всего благодаря соседям. Любителей поспать до обеда в Самаре все меньше. В парках Советского района количество участников доходило до 250 человек в день. А здесь собирается группа небольшая, порядка 30 человек. Но, еще раз повторю, это самые преданные поклонники, самые стабильные участники проекта. На следующий год свой проект муниципальное предприятие «Парки Самары» планирует расширить. В самых смелых мечтах организаторов, чтобы вся Самара синхронно занималась физкультурой по утрам. Евгения Белова, Сергей Баскин. События.